Это не родители, их там нету. Тогда кто это? Что это? Трололо краб, говно. Не понял. Это, наверное, бомба. Не буду это смотреть. Так кто там? Открой пакет, сука. Ладно. Так. Кто, интересно, это мог быть? Давайте снимать распаковку. Так. В общем, всем привет. С вами Макс Максимов. Сегодня мы будем снимать распаковку пакета, на котором написано «Трулло краб говно». Я думаю, это хейтеры, поскольку мой последний видос был скучным, наверное, и интересным. Я это сам знаю. Похоже, они мне решили так вот разыграть. Так, я не знаю, что может быть в посылке. Давайте сейчас откроем и узнаем. Так, в посылке был Ролтон. Чёртов Ролтон, я его ненавижу. Пустая конфета. Свечка. И кот из Майнкрафта. Что же это могло значить? Я знаю. Похоже, я должен сжечь доширак. Хотя нет, мне так не кажется. Это, наверное, что-то другое значит. Ой, я все рассыпал. Ну ладно, ничего. Фу, он невкусный вообще. Параша. Я так и говорю, то, что доширак говно. Ну, в общем-то, свечка горит. Довольно-таки качественная. Свеча хорошая. Кот. Мягкий. Прикольный. Прикольный кот. За конфету я, конечно, поставлю минус. Она то, что уже съеденная. Но упаковка прикольная. И Ролтон. Ну, за Ролтон вообще. Ролтон я, конечно, ненавижу вообще. Я вообще не знаю, какие дебилы это могли туда положить. В общем-то, в такую посылку из Даркнета прислали, похоже, скорее всего, мои хейтеры. Я буду гадать и думать, что это значит. А пока я думаю, мы попрощаемся на этом. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Максимов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.